Всем привет, ребятки. Погоду хотите узнать? Минус 4 было с утра. Пока не знаю. Приходил дядя Коля, принес мне булочки к чаю. Я что хочу сделать? Я хочу приготовить что-нибудь покушать. Я вчера так ничего и не готовил. Ленивый я, однако. Ребят, ленивый. Да, Димыч, скажи. Пыхтит. Скинули. Кошки вообще у меня просто сошли с ума сегодня. Все перевернули мне сегодня. Вообще все. Я их выгнал вон туда. В коридор. Они шкребутся. О, приперлась. Еще одна. Давай, заходи. Успокоились, проветрились. Давай быстрее. Все, все нормально? А? Маргоша, Маргоша, все в порядке? Маргусик, все нормально? Да Димыч молодец у меня, Димыч мой красавчик, красавчик. Что я хочу? Я даже не знаю, что я хочу приготовить, если честно. Блин, поеду я, наверное, в магазин съезжу, куплю немножко сосисек. И хочу пюре картофельное, ребят. С подливой, как вы говорите, подлива. С подливой с сосисками. Вот, что я хочу. Вот. Короче, я поехал в магазин, приеду, буду показывать. Ну а вечером, поеду к Виталику с Ангелиной. Виталий уже доехал на Дальний Восток, как вы знаете. Уже все нормально. Ангелина поехала. Полетела, вернее, ну пока еще едет. Вот. Поеду кормить животных, ну и там уже смотрите дальше. Ты на улицу собрался? Да? Пойдешь на улицу? А? Димыч, на улицу пойдешь? Ну пошли. Давай, вперед. Пошли. Пошли, открывай. Давай. Открывай. Открывай. Давай. Ну, открывай. Ну открывай, ты же можешь. Давай, вперед. Да, да, вперед. Пошкребай. Нет, там Кошкина, не лезь туда. Давай, вперед. Давай, открывай. Давай, давай, давай. Давай, давай, вперед. Вперед, ну. Открывай, ты можешь, давай. Давай, вперед, давай. Давай, давай, толкай. Давай, давай, давай. Ну давай, ты можешь. Давай, ты же лапы открываешь. Давай, иди. Вот так у нас прохладненько на улице. Ага, пошел. Блин, ну я тебе целую тарелку навалил. Неужели ты голодный? Сколько можно, блин, жрать? Маргоси? Опа, эти услыхали все. Эти только звон тарелки слышат, сразу летят. Блин, ну капец. Ладно, гуляйте. Пойду за картошкой. Ну все, примчался я домой. Короче, был в магазине, купил сосиски, вот такие вот, ганноверские, о, целую пачку большую. А, и взял вот под картошечку огурчики, вот такие вот. Вот, вот. Короче, вот так, сейчас буду готовить покушать что-нибудь. Короче, вот так. Дома тепло, печку быстренько, ну, потопил. Сейчас пришел, еще закинул. Вообще, короче, огонь. Сейчас я разденусь, переоденусь. И начнем трудиться. Короче, чищу картошку. Забыл просто вам сказать, ребятки, что это самое. Я же наследство получил, блин. Все это не хотел вам говорить, пока не получу. Вот. И, короче, ну я не знаю, как чил. Вот. Какое наследство. И пока не знаю, что с ним делать, короче. Так что, смотрите. Дальше. Так, ну что. Картошку я почистил. Поставил готовиться.
Сейчас я еще хочу просто несколько зубчиков туда чесночка покрошить меленько. Ну, я имею в виду не в картошку, а в подлива. В подлива. Подливу. Подлива. Хрен его знает, короче. Я не русский, мне скидка. Так, вот так вот. Сейчас почищу, короче, эту лук, две морковочки, и буду делать подлива. Подлива буду делать, и буду вот туда, короче, вот сосиски порежу тоже. Вот, вот так. А я про вас уже забыл, смотрите. Короче, приготовил так картошку, ну, с сосисками там, подлива. Огурчики, хлебушек. Вот, короче, подлива. Вот такая вот подлива. Научили меня разговаривать. И картошечка вот эта. Картошка. Ну, наверное, это моя любимая еда. Ем только картошку. Ладно, смотрите дальше, перекусим. Ну вот, ребятки, пришел вечер. Ой, 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 ой. Я, короче, поеду. Кормлю животных. Ну и расскажу вам о своем наследстве. Да? А счастье-то сколько? Да? На Владимировича привезти. Ну что, ребят, покормим животин. Так, ну-ка. Лопату хорошо брать. Виталя всю улицу светом снабдил. Забыть бы только фонарик потом. Сейчас мы посмотрим, что тут вообще почем. Где-то у этого засранца. Здесь в будке тарелки. Ага. Вижу. Ой. О, еды сейчас мы ему насыпем сюда. Еще где-то тут свет есть. О, а эта лампочка что-то не горит. Вот так. Сейчас накормим. Еды тут у них хватает. Что с животными с этими? Вот этих сейчас тоже покормим. Водичка есть. Есть. О, рыжик. Нет, киса, нечего делать. В доме нечего делать. О! Пойдем посмотрим еще. Курей, что там с курями? Так, это этому Барбоскину. Он на сухом корме у нас, бедолага. Вернее, у них. Ой, ну, так я поставлю. Ну что, жирности? А? Вот так вот вам. Нате вам. Ешьте. На-на. Вот. Вот так. Все. Круто. Пойдем Собакевичу дадим. Ну все, Собакевич счастливый. Так, что тут с курями? Поглядим сейчас. Так, а свет у вас тут вообще есть где-нибудь? Так, света нет. А жрать тут у них есть. Вода на улице. Еще яичко вот. Курица. Курица одна с петухом. Яичко принесла одно. И гусь лапчатый с гусыней. В общем, вот так как-то. Так, ну с ними все. Только завтра с утра я их покормлю. Водички им поменяю. Обязательно налью. Э, киса. А, у вас же там дырка. Дырка у них там.
пойдемте кофе попьем. Короче, и... чайник поставил, сейчас закипит. А я ищу котов, что-то я ни одного не вижу. Ни Мартышкина. Рыжая здесь и Кися. И все. А эти где-то бомжуют. Черт ты знает, деньги. Короче, нету нифига никого. Вот так вот. Так, что там Ангелина тут ответила. Сейчас чайник закипит. Попьем кофейку и поедем. Ну что, ребята. Хотели знать про мое наследство. Вот мое наследство. Вон там вон на балконе еще кошки, на улице собака, там курица с петухом и гусыня с гусаком. Но не гусыня, это утка. Вот мое наследство. Буду сейчас вот ездить кормить. Короче, ну я глумлюсь, ребята, ерундой занимаюсь, конечно. Ну, вот такие вот дела, что, приехал, все, всех накормил. Посмотрю, что там, сейчас посижу, кофейку попью. Ну, а завтра с утреца опять всех накормить, напоить. Ну, и так, конечно, за домом приглядывай. В общем, вот такие вот дела. Ну, так у меня сегодня день прошел. Ну, конечно, будете писать, что я лентяй, потому что я сегодня ничего не делал, так же, как и вчера. Ну, бывает так, что не то, что неохота, ну, неохота, короче, и все. Ругайтесь там, ну, это моя личная жизнь. Никого она не касается. Ну, дело, короче, не в этом, ладно. Вот. Ну, а на завтра у меня есть дома там, в принципе, планы. Некоторые надо позаниматься немножко дома там делами. Я просто сегодня забыл, у меня вылетело с головы. Я думаю, завтра разберемся с этими делами там со всеми. Ну, в общем, вот так вот прошел у меня день. Кому понравилось, ставьте лайкосик, обязательно пишите комментарий. Ну, не оскорбляйте, пожалуйста. Все ссылочки там в описании. Ну и все, ребят, всем пока.